попался? Не попался, это шорты были. Это были шорты, если что? Проверка, проверка на пошлость. А что это значит? Да хватит ржать, я еще даже ролик не начал. Иди сюда, ладно. Все, давай так. Я хотел, чтобы это был сюрприз, но это уже не будет сюрпризом. Проверка, проверка на пошлость. Что это значит? Какой уй? Ой, она сказала ой. 7 месяцев назад я выпустил очень такой эксцентричный ролик, и на нем уже больше, чем 100 тысяч лайков. Я так подумал, то, что вам это может понравиться. Настоящая проверка на то, насколько у тебя грязные мысли. Я уже такую проверку проходил, сейчас мы посмотрим, насколько грязные мысли у Катеридзе. А ты, если хочешь продолжение, ты знаешь, что нужно делать. Давай даже не лайки ставить, не лайки, а именно подписываться на канал. Вот подпишись, и мы обещаем, что с Катюхой выйдет новая серия хоть завтра. А сейчас мы приступаем. Что ты первое увидел? Ты также можешь писать в комментах, что ты первое увидел, но сначала проходит Катюха. У нас здесь есть три варианта. Женские тела, носы и колонны. Я на самом деле, вот сейчас скажу, я увидел почему-то колонны. Здесь ничего такого нет. Подожди. Ты подожди. Я сразу скажу, здесь нет ничего пошлого, здесь нет всяких запрещенных частей тела. Все, что ты будешь видеть на протяжении этого ролика, это просто твоя фантазия. Но честно, я тебе скажу то, что я изначально здесь увидел девушку. О, какие у Катюхи грязные мысли. А сейчас давай присмотримся. Здесь у нас просто кот. Здесь у нас, видишь, вот эта полочка сверху. Но. Здесь у нас цветочки. Здесь у нас шторы. А здесь у нас просто бокал. Здесь нет никакой женщины, это стена. А, это чулки висят, это труселя. Это да, просто у нас тут чулки сушатся. Но, ладно, здесь я... Честно, голую я увидел женщину. Бабу. Настоящую бабу. Сзади. Во всей красе. Но я не буду брать. Катя тоже ее увидела. Ну, здесь тигр вроде бы. Нет. Женское тело. Где? Она сидит вот так, смотри. Так сиди. Это ее попа. Где? Это ее попа, это ее руки, она вот так сидит. Или если пожары, или я еще. Подожди. А, то есть она спиной вот так, да? Не подожди. Хорошо. В простонародье, точнее, есть такая поза в йоге. Такую позу в йоге называют раком, боком и подскоком. Я могу так сказать? Да как мне эту позу? Женское тело. Я увидел морду тигра, но это проходит Катеридзе, поэтому я нажимаю женское тело. Хорошо. Не, ну это они уже как-то переборщили на самом деле. Ну такое, ну это просто типа люди это, валяются. Это просто люди валя. Давай мы это пропустим. Они и так ничего не увидят, там все было забыто. Голых женщин. Женщин. А кстати, почему такое гендерное разделение? Что за. Они и так ничего не видят, потому что там все заблюрено. Это слишком уже такое откровенно. Слишком. Да, да? Да. Поэтому давай. Давай, мы здесь видим бобров. Я вот бобер. А ты что видишь? Голых женщин я вижу. Каких женщин? Там бобер! Нажимай голых женщин. Ладно. А это уже лягушка, извините меня. Сколько людей ты видишь? Нет, это не лягуш. Лягушки. Француз лягушка. Как лягушка? Подожди. Я сейчас покажу, как они лежат. Не надо ничего показывать. Я понял, как они лежат. Вот здесь она лежит, вот здесь она лежит, и это она вот так назад лежит. 4 человека. 5. 5? Я вижу пятерых. Раз, два, три, четыре. И посередине. А вот это мне блюрить случайно не нужно? Мне кажется, нужно. Одно всякие пожарные вот тут. Это типа... лягушка, извините. Это лягушка, но... Что ты здесь видишь? Что ты здесь увидела? Ну, это лягушка... Изначально что ты здесь увидела? Изначально увидела лягушку. Но я вижу людей. Но все же больше на лягушку. Нет, нажми, что я вижу 5 людей. Ты видишь 5 людей. Читать ты, конечно, я вижу, умеешь. Так. Что ты здесь видишь? Женщина в бассейне. Что ты увидела здесь первым? Женщину в бассейне или картину? Женщину в бассейне увидела, но сейчас я понимаю, что это картина! Да. То есть они просто сверху картину сфоткали, где женщина в бассейне, да. И они хотели нас надурить, то, что мы видим не женщину надурить. В бассейне, в а на самом деле мы говорим картину в бассейне, женщину, она не в бассейне, она в картине женщина в бассейне. Я увидела женщину в бассейне, но это какая-то подстава. Это женщина в бассейне, да?
Да, хорошо. Я не понимаю, как это влияет на мою пошлость. А здесь? А что ты здесь видишь? Я здесь вижу мольберт и человека, у которого вместо глаз рог. Что ты видишь в окне? А-а-а. В окне, в окно нужно смотреть. Лучше тебе не знать, что я вижу. Не, ну я вижу женщину. Честно, ты не видишь женщин, ты видишь кое-что другое. Я вижу кое-что другое, хорошо. Вам не нужно знать, что я вижу. Но на самом деле, если присмотреться... А, нет, это Катя проходит. Мне вообще без разницы. Ты вообще, блин, мне не... Окей. Короче, я здесь вижу женское тело. Извините меня, пожалуйста. А что ж ты первым тут увидела? Ну... А тут что первым ты увидела? Горы и реку, голую женщину, короля, много голых людей. Как избавляться правильно от людей? Я с вами не разговариваю. Так, подожди. Я здесь увидела... Я увидел Зевса. Ты можешь отсюда вообще уйти? Я вот честно вам признаюсь, я вижу здесь вот эту вот а-ля русалку, поэтому я нажимаю голая женщина. Да. Как это влияет на пошлость? А вот так! Тупая картинка, тупая. Потому что здесь женщина тупая из людей. Тупая тупица, здесь женщина из людей. Хочешь сказать, что в обычном мире, вот ты сейчас выйдешь на улицу, туда на остановку, и там будет стоять 10 человек в ряд в красном костюме? Как это имеет отношение? Ты просто проходишь тест, что ты изначально увидел? Штешт. Женское лицо я увидела. Нажимай женское лицо, значит. Хотя она похожа на тебя. Такая же прическа наверх. Нажимай. Это змей... Не. Вот а, это рука! Ну, похоже на змей. Подожди. Вот так. Вот так. Почему я так показываю? Роцк! Я вот так делаю, похоже на змею. Похоже. Не, у тебя не похоже, у него похоже, потому что у него руки покрашены. Или у нее, я не знаю. Да ладно. Ну что ты видишь? Змею. Ну нажимай тогда змею. Это последний вопрос. Ну нажимай. Подожди, я не вижу. Что ты видишь? Я вижу очень странное. Я вижу двух лысых мужиков, честно тебе скажу. Это очень странная картина, потому что я не понимаю, зачем два лысых мужика смотрят прямо в сердце женщины. Прямо в душу смотрят ей. Так это называешь, прямо в душу? Да, прямо вот смотри. А, ты что мне грудочину прописала? Ну они примерно то же самое делают. Но они же и не прописывали. Это два брата-близнеца, да. Которые смотрят в душу. В душу. Антуанетти. Это Антуанетти. Можно расценивать то, что это не грязная, будем называть, не грязная картина, потому что нам кажется, что это просто лысая черепушка. Но они же куда-то все же смотрят. Я похож? Подожди, женщина с большой грудью, два лысых мужчин, красные шторы. Подождите, ну тупо... Это нужно быть дебилом, извините меня, чтобы увидеть только красные шторы. Нет, как ты восприняла вот эту картину в первую очередь? Ну что, два лысых мужика. Ну два лысых мужика! Закрой глаза! Закрой! Подсчет результатов. Сейчас скажут, что... Да закрой глаза! Ну закрой ты глаза! Ну закрой, не открывай глаза! В общем, барышня, ты, конечно, приличная. Там написано то, что Катюха 50 на 50. Я не помню, что было у меня в том ролике. Вот я могу оставить вот сейчас вот здесь подсказочку. Можешь сам перейти посмотреть и потом написать здесь. Я не помню, пошлый я или не пошлый, но Катюха у нас 50 на 50. Но с кем поведешься, того и наберешься. Скорее всего, она от меня набралась или я от тебя. 50 на 50. 50 на 50. Мы друг от друга набрались. Опа! А что увидела ты? Я в труселях или без? Или нет? Что ты увидела? Что ты увидела? А что увидел ты? Признавайся. Это шорты, если что. Это были шорты. А если ты хочешь продолжение, если ты хочешь, чтобы я проверил Катюху еще на кое-что... На что? А вот не скажу на что. Подпишись на канал, напиши в комментах, я на коленях. Да. Не, я так постою. Я буду как там Адама. Спасибо тебе. Подпишись. Почему? По полу. По полу подпишись. На канал мы имеем в виду. А что подумал ты? Все это бред уже какой-то. До следующей серии, если она будет. Mm-hmm.